всем привет! Снова мы на рыбалке. Сегодня приехали половить с ночевочкой. Будем сегодня и на фидеры ловить, и на закидушки. Вот, с жерлицы поставим. В общем, сегодня очень интересная будет у нас рыбалка. Вот, сейчас накачаем лодку, сплаваем, посмотрим рельеф дна. И найдем какую-нибудь интересную точку, начнем ее кормить. Вот, так что остаемся, все самое интересное, как обычно, впереди. А мы пока раскладываемся. В общем, подготовили удилище. Сейчас поплывем закармливать с лодки. Поставили там маркерный груз в виде ориентира, где будем закармливать. Сегодня, значит, у меня здесь два фидерных удилища и 4 закидушки. Ну так, ради эксперимента. И здесь сейчас мы прикормку делаем. Варили пшена плюс кукурузное пшено 2 килограмма. Сейчас добавим пакет прикормки и поплывем закармливать точку нашу предполагаемую. Солнце светит прямо в глаза, сейчас вечер, значит, завтра утром будет комфортно рыбачить, солнце со спины будет светить. Так что вот такие дела, ребят. Сейчас закормимся и по порядку буду рассказывать, что буду дальше делать. Ребят, ну что, в общем, сплавали на лодке, закормили точку нашу. Забросили 3 донки, получилось забросить. Насадка сала, кукуруза и червяк с опарышем. И вот здесь 2 фидера закинул, непосредственно к маркеру. Вот, уже вечереет. Через час уже темно, скоро будет уже, в общем. Так что поклевок пока не было, но будем надеяться, за ночь к нашему месту рыбка подойдет и утренний клев нам будет обеспечен. Все, ждем, ловим. Наступила темнота, на фидеры поклевывает плотвичка, подлещик одного поймали, окунек. Вот, на поплывочку клюнул один линек. Линь. Ну, небольшой. Вот, так что продолжаем ловить. Какая будет информация, сообщу, если получится. Сами видите, темень кромешная, вот костерчик небольшой запалили. В общем, сидим, ловим. Вот такие дела. Думаю, завтра утром будет повеселей. Эти удилища молчат. Пару раз летучие мыши цепляли леску. Ну, вроде их уже пока тоже нету. Все разлетелись. Ладно, продолжаем ловить. Сейчас где-то 11 часов вечера. Только что поймали подлещика, грамм 400 где-то, на 2 опарышей. Вот. И пока у нас тишина. Сидим здесь у костра, на берегу, и ждем звона колокольчиков наших. Вот такие дела. На 2 опарыша не клюет, на 1 клюет. И чем старее опарыш обсосанный, тем лучше. Вот. Ну что, друзья, вот она поклевка. Ночная поклевка леща. Вот кукуруза, остатки кукурузы.
ловил его на одну кукурузинку и на одного опарыша. И вот такой вот результат. Результат. Вставай, если хочешь. Тихо, 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 тихо. Вот такой подлещик неплохой. Да. И только что была еще одна поклевка, так что мы сейчас продолжаем ловить. Давай. Я его ударил. Хорошенький, побольше, чем тебе. Друзья, вот сейчас где-то время без 10 час. Вот он еще один подлещик вот такой попался. Что он там? Ну, он, это мотыль с этим сапарышем. А, нет, подожди. А, нет, мотыль с сапарышем другая, это кукуруза. Кукуруза и два опарыша. Видишь, что? Вот так делаем. Ну, ну что, друзья, дождались мы леща нашего трофейного. Держи крепче. Ах, вот такой красавец. Ну, полторашечка где-то точно есть. Потом взвесим. И отпустим. Садок. Держи еще, беги. Вот и пришло утро. Ночью так неплохо, в принципе, ловилась рыбка, я могу сказать. Раз где-то полчаса проскакивал неплохой подлещик, и в конце ночи мы уже взяли такого достаточно хорошего леща, где-то под 1,5 килограмма. Вот. Сейчас сплавал на лодке, поставил 5 кружков на щуку. Так, ради эксперимента, посмотрим, что из этого получится. Ну и сейчас продолжаю ловить на фидер. В закидушке ночью вообще никакого сигнала не издали. Но я дальше сало насадил, забросил, посмотрим, что из этого тоже получится. Ну, в общем, пока такие дела. Настало утро, сейчас у нас утренняя рыбалка будет. Продолжаем. Друзья, ну, в общем, такая сегодня рыбалка, не очень большая, информативная получилась. Не было возможности там толком заснять рыбу.
В общем, поймали два леща, плотвы, одного ленька, ну и подлещики. Сейчас, ну, клевало в основном ночью, утром вот плотва начала брать, и одного леща мы взяли. Сейчас, по традиции, конечно, достанем садок и посмотрим, что у нас сегодня нам удалось наловить. Закончилась наша рыбалка. Сейчас дядя Сережа достанет садок и покажет, что наловил. Там тоже это? Не, я там вытащил. Ничего тут. О. Один мой здоровый, не видно. Один большой вижу. А где второй-то? Где-то спрятал. Может, ты мне обманул меня? Может, я ошибся. Ну, вот такие дела. Сейчас подавим. Ну, вот такой улов, так что сегодня, в принципе, неплохо половили. В основном ночью клевало. Ну и так, утром немножко. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока.